Первоуралец Павел Таранжин стал победителем соревнований по стрельбе из лука. Третий этап Кубка России провели в Сесерте. Туда съехались более 60 претендентов на награды. За медали боролись представители Екатеринбурга, Перми, Челябинска и других городов региона. Участники разделились на команды. Каждой четверке лучников предстояло поразить свыше двух десятков специально подготовленных мишеней. На этом этапе отличился первоуралец, заняв первое место в личном зачете и третье в командном. Сложности по большей части составляет то, что, подойдя к мишени, нужно определить дистанцию, которую знают только организаторы соревнований. Определить дистанцию, то есть прицелиться и сделать выстрел. Дистанции неизвестны, но они в пределах от 5 до 45 метров.